Меня зовут София, и я приветствую каждого из вас на моем канале. Сегодня я хотела записать видео на определенную тематику, но потом решила, что пришло время просто поговорить с вами. Для начала я хочу поздравить всех мусульманок мира со Всемирным днем хиджаба. Существует множество женщин, которые изо всех сил отстаивают свое право носить хиджаб. Есть и те, которые наоборот доказывают, что такая одежда не обязательна для мусульманки. Меня всегда удивляло, сколько споров вызывает обычный кусок материи на голове. Но в этот день я хочу пожелать всем тем, кто хочет носить хиджаб, чтобы Всевышний уберег вас от любых притеснений. Тем же, кто пока сомневается или не готов сделать этот шаг, я желаю, чтобы Всевышний побыстрее открыл сердца и наставил на истинный путь. Также сегодня я хочу вам сказать огромное спасибо. Благодаря вам наш канал потихоньку растет. Я читаю ваши комментарии, и от них становится тепло, даже в самый пасмурный день. Я также люблю вас ради Аллаха. Вы в моем сердце, и вы в моих дуа. Я прошу, чтобы Всевышний уберег вас от любых бед. И чтобы от наших видео была польза для вас в этом мире и вечном мире. Пожалуйста, давайте будем стараться быть счастливыми. Не будем гнаться за каким-то абсолютным неземным счастьем, ведь в этом мире нет ничего абсолютного, ни радости, ни горя. Давайте будем радоваться простым вещам, чашке чая на завтрак, тому, что мы спокойно добрались на работу, тому, что у нас есть куда возвращаться, есть свой дом, крыша над головой, и тому, что, возможно, за сотни тысяч километров от нас живет и дышит тот человек, который хотя и не понимает нашего языка, но при этом мыслит и чувствует так же, как мы. Если у вас есть чем поделиться, если вы хотите совета, то, пожалуйста, пишите в комментарии, пишите в социальные сети. Я постараюсь ответить на ваши сообщения и дать вам хотя бы совет. Если у вас есть вопросы к девочкам, которые снимаются в моих видео или ко мне, то также, пожалуйста, пишите, мы постараемся на них ответить. И я очень прошу вас, не забывайте о нас в своих дуа. Я очень на них надеюсь. Я вас люблю.